Приветики, ребятки, вы на канале Katie's Games, и сегодня мы с вами продолжаем в новом году проходить Little Nightmares. И я хочу вам всем сказать, с наступившим новым 2024 годом вас всех! Желаю вам всем удачи, счастья, здоровья и всего-всего вообще крутого, лучшего, самого, да? А мне вот подарили контроллер, PS5. У меня теперь есть PS5, у меня теперь есть игры на PS5, которые мы с вами будем проходить. Ну а сегодня мы с вами начнем с Little Nightmares. Я немножечко начала, как сказать, не начала перепроходить, а перепрошла начало, да, докуда мы с тобой дошли, чтобы понимать, как вообще этим контроллером управлять. Вот, я в принципе еще в прошлый раз подумала, что надо, наверное... Схватили, падлы. Не успела убежать с самого начала. Короче, в прошлый раз еще мне игра сказала, типа, Катюша, тут надо контроллером играть. Так будет проще. И я думаю, ну, блин, действительно ведь проще. Почему я такая лошара, не контроллером играю? Вот, поэтому подключила. Поэтому все хорошо, бежим, все отлично. Как выяснилось, тут-то мы, оказывается, прошли. Я думала, мы упали, померли, и все, больше ничего, надо опять заново лезть, все это делать. А оказывается, нет, мы же электричество вырубили, все хорошо, все сохранилось. Поэтому мы идем дальше. А там опять глаз, что ли? Так, а как... А, вот так вспомнила. Как мне сказали, короче говоря, всегда надо ходить с фонариком, с зажигалочкой. Я-то вообще это боялась. Думала, вот, капздец. Ё-моё, а чё такое? А это чё за ребенок? Подожди, это она катится прям, да? То есть мне до сюда, да? Вот до сюда, наверное. Так непривычно, я, блин, вообще думала, что буду отдыхать, ну, совсем чуть-чуть. Так получилось, что я отдыхала не чуть-чуть. Думала, что отдыхать! Давай! Да нет, не успела! Как-то она быстро катится. Думала, что 1 января уже сяду снимать, но что-то пошло не по плану, поэтому я не 1 января села снимать. Сегодня уже 3 января, а ты это видео увидишь 4 января. Вот, ну да ладно. Ничего страшного, немножечко чуть-чуть потуплю и обратно войду в поток, да, в поток вещательный. Главное везде запустить, чтобы это шла запись, не забыть. Так, подожди, мне сейчас надо вот отсюда, да? А, беги! Ух, ёптыть. Сложно. Сложно. Прикольно. Так, а теперь мы просто туда, да? То есть все, мы прошли глаз. Мы прошли злой, вредный глаз. Тут еще, короче, осматриваться, оказывается, вот так вот можно. Ну, с помощью контроллера, с помощью мышки, если честно, не знаю. Беги! Приколдес, смотри-ка. Ай-яй-яй-яй-яй. Успела. Я думала, я не успею. Я думала, я лошара. Так, что мы делаем тут? Тут есть какая-то штука. Я за нее схватиться не могу. Хорошо. Кто-то идет? Ага, чувачки наши. Чувачки наши. Вы куда побежали? Давайте обниматься. Сохранение. Тюрьма. Канарейка вырвалась из клетки. Достижение мне дали. Хорошо. Все, игра закончена на этом. Все, больше мы ничего не проходим. Нам же, как бы, эта глава, я читала, что про выбраться из тюрьмы. Да, все, мы выбрались. Или мы только из клетки выбрались. Теперь нам надо по тюрьме шастать, бродить, гулять. Ладно, давай пойдем. Вот. Что тебе еще интересного сказать? А я не знаю, что тебе еще интересного сказать. Не знаю, вот просто не знаю. У меня много игр, я тебе уже это сказала, да, на PlayStation 5, на PlayStation 4, поэтому мы с тобой будем их проходить.
Мы с тобой будем проходить какие-то на стриме. Я тебе расскажу по секрету, у меня есть Death Stranding. Его мы точно будем проходить на стриме, потому что я читала, что там игрового... Это что? А, это кучка мусора, я думала, крыса какая-то большая, дохлая. Вот, что игровой геймплей очень длинный, как сказать, длинный, долгий, вот. А еще джойстик вибрирует. И джойстик вибрирует, это прикольно. Подожди, а вон там проход, это значит, мне надо было сюда зайти или туда идти? Куда идти? Подожди, я не хочу по сюжету идти. Я хочу, ну, в смысле, я хочу по сюжету идти, да, тут как бы, иначе никак не сделаешь, но я хочу еще параллельно там. Нифига себе. Вот это по сюжету все-таки, да? Или нет? Ой, ёптыть, напугал, блин. Нет, это все-таки не по сюжету. Или вот это же проход куда-то. Куда мне идти? Куда мне идти? Вот, что я хотела сказать. Джойстик вибрирует. Так прикольно, так классно. Так, нет, не двигай. Так. А для чего мне? Подожди. Для чего мне на стол? Для чего мне сюда? Мне туда, может быть, и не надо, а я для чего-то это... А, вот лампа есть. Хорошо. Но там наверху я ничего не вижу. Я сделала чуть-чуть меньше яркость. Чтоб тебе было удобно, чтоб тебе было все видно. Вот. Поэтому, ну как, чтоб не добавлять там яркости, ничего такого не делай, да. Плюс ко всему, мне написали, что я могу тут свободно везде ходить с зажигалкой. Я думаю, ну в принципе, тут сохранения, они недалекие, поэтому бежать никуда далеко не надо, да. Поэтому ничего страшного, даже если и убьют разок. Ну вот сейчас мы и проверим, где сохранение. Сейчас мы и проверим. Как так получилось? Я не знаю. Как так вышло? Неожиданно. Неожиданно. Подожди, а фонарик-то не загорелся? А, нет, фонарик остался. Фонарик стопудово должен был остаться. Потому что как-то у меня такое было. Я упала, а фонарик остался. Я туда залезла, думаю, ну блин, зачем я туда лезла? Ладно, хорошо. Хорошо, пойдем. Хорошо, пойдем. Новый год я встретила отлично, продолжила так себе, а потом продолжила получше. Вот. Напиши в комментариях, как ты отпраздновал свой Новый год. Как отпраздновал, как после Нового года все прошло, хорошо или плохо? Как у меня или хорошо, потому что должно быть все-таки хорошо. Должно быть у всех хорошо, и у меня хорошо, и у тебя хорошо, но иногда бывают минусы. Иногда бывают минусы, с которыми нам ничего не поделаешь. Ничего нам с ними не поделать. Так, что мы здесь делаем? Мне надо чемодан открыть? Нет, подожди, я хочу открыть его. А, я могу его подвинуть. Да, я могу его подвинуть. Ага, глаз. Так, подожди, а зачем? Опять какое-то электричество? Судя по звуку, тут либо какая-то вода, либо какое-то действительно электричество есть. Пнем мячик. Наверное, все-таки это электричество, да? Ай, блин, постоянно путаю. Постоянно путаю, какие кнопки надо тыкать. Так, хорошо, но зато действительно на PlayStation удобнее это все делать. Удобнее. Хорошо, что я переключилась. Так. Я кровать нашла? И что? Для чего? Куда-то сдриснуть? Зачем я это сделала? А это что такое? Подожди. Не поняла. Ключ. И как?
Ну, понятно, что толкнуть я ее не могу. Это прям капитан очевидность. Тут никого нет. Слава богу. Может, надо было вот так спрятаться? И чё? А, наверное, наверх запрыгнуть, да, с помощью этой кровати? Вот я лохушка. Подожди, мне... А, мне, наверное, вот так вот. Ага, вот так вот, блин. Вот я лошара. Даже не поняла, что делать-то надо. И вон ключ! Ну, конечно же, вон ключ лежит. Так. Залезли. Залезли сюда. Ага. Так, подожди, а может быть... Нет, нельзя туда. Нельзя туда. Ну, лезь! Так, разобьется, понятно. А почему она не залезла-то наверх? Почему она не залезла наверх? Я не понимаю. Она должна была, по моей теории, залезть наверх. Почему она этого не сделала? Почему она этого делать не захотела? Так, мы... Ой, мы ну прям отсюда. О, господи. Иногда прям вот раздражает. Они какие-то... Сохранения более-менее. Ну, ты вроде как дошел, да, сделал... А что-то прям иногда это... Прям иногда жестко. Так, хорошо. Это мне типа дают звук, чтобы я такая типа, ой, господи, там кто-то идет. Ну, как я сейчас и сделала, да? Как я сейчас и сделала первый раз, когда испугалась, обосралась. Да нельзя. Так. Ну, возьми его. Все, забаговался ключ. Забаговался ключ. А, все, разбаговался ключ. А, она его может выкинуть. Хорошо. Возьми ключ. Идем сюда. Подожди. А тут как? Вот эту взять, может? Нет, она не разбилась. Я думала, она разобьется. Так, подожди, нет. А, вот так. А, удерживайте, чтобы бросить предмет. Поняла я. Да не туда! Я ее, главное, ставлю лицом к этой фигне. Вот, да. А она, короче, встает лицом вообще в другую сторону и кидает. Ага. Толкаем. Ай, ай, ай. Так, а тут что? Тут мне надо опять тыкнуть на кнопку, да? На кнопку. А, ну мне, наверное, кинуть эту фигню, нет? Ого, говорю же. Сказала же. А что за прикол? Сейчас за мной кто-то побежит, да? Или нет? Ну, по виду вроде как нет. А, подожди. Это, наверное, вот эта штука. Нет? Нет? Схватись. Ничего не вижу. Не, не хочет схватиться. Так, какие-то ботинки. Я поняла. Возьми обезьяну. Теперь мы кидаем ее здесь. Возьми ее.
Ага. Теперь давай мы спрячемся вот сюда. Мало ли чё. Не зря же нам дали вот эту фигню. Для пряток. Она, смотри, прям я зашкирилась. Так. Ну, вроде никто не идет. Крыса. Вроде никто не идет, значит, можем идти, наверное, спокойно. Чё с тобой? Джойстик вибрирует. Джойстик вибрирует. Это так классно. Мне надо вот эту штуку, да, теперь остановить? А, ну тут, наверное, никого и не будет. Блин, я думала, меня крыса схватила, капец. Давай! Давай, поджигай. Сохранявка. Бежим дальше. А что у нас есть дальше? Да чё она крючится-то? Ну сделать-то я ничего не могу с ней. Ну крючится, ну больно. Просто идти надо. Ну можешь вон крысу схватить. А, ну вот, она сейчас кусок мяса съест, понятно. Просто сюжетка, и нас поймают, да, наверное? Ну, скорее всего, нас сейчас поймают. Скорее всего, нам ковздец. Ну, я ж говорю, не зря это. Не зря это! Это, блин, не знаю, как ловушка с кроликом. Или мышеловка. Ну, прям вот реальная мышеловка. Они, видимо, ловят так мышей, а поймали нас. Вставай. Нет, не хочешь встать? Так, он куда-то тащит. А, я... Почему она не встала? Ага, подожди, а мне куда? Ага, понятно. Она... В правую сторону не двигается, она двигается только в левую сторону. А, в смысле, я перевернула. Как я перевернула? А, мы вернулись назад. Здравствуйте. Мы вернулись назад. Подожди, а мы не можем туда вернуться? И чё? И как? И куда? Нет, может, мы все-таки можем как-то вернуться? А, ну можем, да. Так, ну я... Я вообще ничего не понимаю. Я хотела сказать, что я так понимаю, но теперь я не понимаю. А, подожди, наверное, нам все-таки надо прыгнуть на вот этот вот. А ты не хочешь их, допустим, всех освободить? Нет, не хочешь? Так, сейчас надо будет бежать. Нет. Подожди, а как? Может быть, сюда давай попробуем залезть? Нет. Вот сюда я не могу на трубу. На трубу я не могу. Так. Может быть, можно как-то с раскачки, допустим? А где она? Во, можно смотреть с раскачки, точно.
Ага. Пробежались. Единственный минус, что мужик-то с этим чувачком ушли сюда же. Тебя это вообще не напрягает, да? Мы идем туда же, куда и они. Типа нам больше некуда идти или что? Так, хвататься за эти плиты она не хочет. Значит, это не ответ. А, здесь ничего нет. Там ничего нет. Нигде ничего нет. Что делаем дальше? О, можно куда-то залезть. Понятно. Понятно все. Ага. А вот эту я могу зажечь? О, гильотина. Приколдес. Ага, свечку я могу зажечь. То есть я могу зажигать, по идее, все... Прикольно еще, как она горит, слушай. Все источники света, да? Ну, то есть везде, где есть... Там свеча всякая, да? Иди же, пассатижи. И что мне? Просто идти? Беги! Просто посидим. Он меня не увидит. Он слепой. Он слепошара. Прикинь, реально не увидел. Прикинь, реально не увидел. Подожди. Он идет обратно. У меня вибрирует джойстик. Почему он вибрирует? Допрыгнула. Да залезь ты! Ай, дурочка. Чё за прикол? Он меня ищет, да, теперь? То есть мне ему лучше попасться? Ну смотри, смотри, джойстик вибрирует. Он реально вибрирует. И туда я залезть не могу, вот сюда. То есть мне куда? А, он вот перестал вибрировать. То есть значит, сейчас он перестал меня искать. Ой, испугалась. И куда он сдриснул? Ты меня не видишь. Печально, видишь. Видишь. И куда мне? И куда мне? Я вообще ничего не поняла. Куда мне? Он меня чует по запаху. То есть, то, что я на картах, это не имеет никакого значения. Он меня опять увидел. Или нет? Я не поняла. У меня джойстик вибрирует. Почему? Куда мне? Мне вон туда, да? Так. Хорошо. Я не поняла. Как мне это делать? Сюда залезть? Но сюда он тоже не залезет. И как тогда? Куда залезать? Я не поняла. Ну я не поняла. Он меня ищет, у меня джойстик вибрирует. Куда?
Так, подожди, он идет. Ты куда? Не пойму. Я ни хрена не поняла. Куда он идет? Он меня ищет или что? Что ты от меня хочешь? Отстань от меня. О, отстал. Джойстик перестал вибрировать. Значит, отстал. Значит, что? Значит, все? Так, хорошо. Давай мы, знаешь, как с тобой сейчас поступим. Мы сейчас пройдемся еще раз с тобой. Так, на стол я, смотри, залезть не могу. Ну не должен он меня так видеть, алё. Подожди, ну я вообще не понимаю, куда. Я вообще не понимаю, куда мне идти. По клетке же он не залезет. То есть он лезет по клетке только когда... Только когда клеток много. Тут клеток немного. Куда-то туда направо уйти? Дети же живые, по идее, он не должен меня видеть. Ну, в смысле, чувствовать, когда он их возьмет. По-хорошему. Беги. Ага. Нашел, падла. Нашел, падла. Подожди, может мне наверх... Нет, наверх он не запрыгнет. Хотя можно с той стороны обойти, и тогда он залезет. И тогда он залезет. Ну ладно, давай мы с тобой продолжим в следующей серии. Я думаю, скорее всего, сохранение было, чтобы серия не получилась слишком длинная, а то мало ли там что. По идее, это типа как босс, не босс. Скорее всего, должно быть сохранение. Вот. Поэтому, если тебе понравилось это видео, ставь лайк, пиши комментарий, скидывай своим друзьям. Вдруг оно им тоже понравится. Подписывайся на мой канал, ставь колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и стримы. Ну и всем еще раз спасибо большое за просмотр. До новых встреч в этой и в других игрушечках. Всем пока-пока!